20 февраля Госдума расширила программу материнского капитала, увеличив размер выплат, а также список недвижимости, на приобретение которой его можно потратить. Саму процедуру получения сертификата на материнский капитал упростили. Кроме того, срок рассмотрения заявлений о распоряжении средствами сокращен с 15 до 5 дней. Также теперь, если материнский капитал направляется на погашение ипотеки, можно обращаться непосредственно в банк. Средства, либо часть средств материнского семейного капитала можно направить на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком, на формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на получение ежемесячной выплаты. Все эти меры направлены на создание условий, которые помогут семьям обеспечить достойную жизнь, в частности, посредством предоставления возможности улучшение жилищных условий. А это, как показывает практика, на сегодняшний день является самым востребованным направлением использования средств материнского семейного капитала. В том числе мат-капитал может быть направлен на индивидуальное жилищное строительство и реконструкцию жилья. Допускается, что дом может строиться или уже находиться не только на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, но и на землях садоводства, при условии, если на них возводится или уже возведен жилой дом. А вот использовать средства на приобретение земельного участка по-прежнему невозможно. Жилое помещение, приобретенное, либо построенное или реконструированное с использованием средств материнского капитала, в итоге оформляется в общую собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению. При этом такое оформление возможно как сразу при заключении договора, так и позднее, в результате заключения отдельного соглашения. Если распределение доли в приобретаемом жилом помещении отражено в договоре купли-продажи, то заключение дополнительного соглашения о распределении доли всем членам семьи не потребуется. В случае, если жилое помещение приобретено не в общую собственность, для получения средств материнского капитала необходимо представить в пенсионный фонд письменные обязательства. При использовании средств мат-капитала важно понимать еще и о том, что закон обязывает выделять доли в приобретаемом жилом помещении всем детям, независимо от возраста. Нотариус может оказать необходимую квалификационную помощь, правильно распределить доли и рассчитать их размер, учитывая все нюансы подписания соглашения. Напомним, обналичить сертификат не получится. Любые схемы государство приравнивает к мошенничеству, а это уже уголовно наказуемо.